было? Проработал, продышался. Шоколад. Слав, в общем, тебе одного соперника мало оказалось, да? Ну, надо по несколько раундов хоть отработать. Хочешь сейчас с другим еще боксером поработать? Ну, сейчас попробуем с легковесом. На скорость с легковесами гораздо сложнее. Вот. С крупным человеком он не уходит, тебя не боится. Как бы легче подойти, удар нанести там по корпусу даже. А с легковесами, ну, именно чисто по боксу, по классике, работают сложнее, потому что они быстрые, скоростные. Так. Ниже пояса не бьем, по затылку не бьем и перчатки доворачивай. У тебя открытые перчатки, очень много ударов. Я еще не забыл, кулак куда этого говорить. Доворачивай. Бокс. Я в корпус бил. Закрутился. Это что такое было? Опасной головой уйдешь, столкновение голова и жопа улетит. Бокс. Чуть за акробатские номера были. Нет, всякую хуйню думаю. Это. Мне показывают одно учат на тренировках, а я трансформирую. Ну, он маленький, скоростной, поймать тяжело. Ну и как-то это вот резать скорость, дистанцию сокращать. Пытаюсь поймать на скорости. Ну, тем более голову рубить как бы нельзя. Пытаюсь корпус поймать. Ты выдумываешь сам свои удары, да? Ну да. Не, ну что-то показывают, а я их уже по ходу боя трансформирую. Ну, летит много, а так нормально. И я еще посмотрел предыдущий бой. Я бы Славе посоветовал получше разминаться. Тогда будет и про сдыхалку проблем не будет тоже. Как ты так его прихлопнул так пол? Как так, так получилось?
Вроде это он подскользнулся, наверное. Нет. Там был сначала удар, и потом, ну, он немножко начал ходить, закрутился, и его рукой это просто, ну, там не удар даже, а толчок. А вообще это техника бесконтактного боя. Озёр Кобры, приходите, учитесь. Ну как, нормально со словой поступили? Да, нормально. Готов наказывать своего ученика? За что? За то, что он плохо боксирует. Он отличный бокс показал сегодня, да? Да, и он все установки выполнял. А отмазки начались, да? В данном случае нужно по очкам пытаться обыграть. Потому что, ну, нужно быть откровенным. Уронить будет тяжело, потому что соперник намного крупнее, удар он держит. Ну, а он сможет тебя уронить? Ну, если попадет, ну, не, если удар чистый пройдет, понятное дело, упадет человек и большой, и маленький. Вот, все зависит от того, пройдет удар или нет. Я буду стараться, конечно, уклоняться, защищаться. Как свою форму сейчас оцениваешь? Ну, набираю потихонечку форму. Еще не 100%, конечно, но набираю. Работаю над этим еще. Когда? А тут мастер уклонов, я буду резать углы, тренироваться, чтобы было тяжело съебаться. Как раз я ему подсказывал это вот сейчас, вот он с парнем боксировал, я говорю, не ходи за ним, режь углы. И так получилось, раунд закончился, это я под себя подсказал. Так, сейчас последнее испытание для Вячеслава, это поединок, спарринг, поединок против его же тренера Артура. Ну, посмотрим сейчас. Ну, в общем, ученик против учителя. Давайте на середину, ниже пояса не бьем. Вячеслав, после команды стоп. Слушаем внимательно, не бьем постоянно. После команды 1-2 удара наносишь и перчатку доворачиваем. Давайте по углам. Бокс. Двумя руками бить нельзя одновременно. Почему? Запрещено правилами. Такие правила, вот просто поверь. Двумя руками бить одновременно нельзя. Одной, второй. Стоп, стоп. Нет, ты двумя руками ударил одновременно. Бокс. Это нигде не написано. Почку. Запрещенный удар по спине. Почку. Запрещенный удар. Бокс. Thank you.
Слав, ты как раз делал то, что тебя учил твой тренер. Конечно. Дай пикнуть любой мяч. То есть он тебя зря научил, да? Почему зря? Нарабатываем. А если... Ты сейчас все против него используешь. Сам научил. Да, сам научил. Ученик сейчас тренера вырубит. Кто будет тренировать? Да, если ты сейчас вырубишь тренера, кто тебя будет тренировать? Значит, я освоил программу. Значит, хороший тренер. Сразу, ребят, ошибка. Хорошо, разминайтесь перед поединком. Ну, чтобы в процессе разминки вы уже задышали, чего я сейчас не сделал. И вот за это расплачиваюсь. Да, отдыхай, отдыхай. Ищи, подави ему. Нормально, нормально. Бокс. Еще раз. Со стороны Вячеслава, постоянный захват, удары по затылку, там можно было бы останавливать каждые 10 секунд. Функционально он стал сильнее, выносливее, технически сложно не судить. Функционально, да, его хватает уже на 4-5 раундов, вполне хорошего темпа. Слав, ты доволен с парнем? Да, охуенно проработались, особенно последний раунд, уже на дыхалочку, на выносливость. Проработал, продышался. Шоколад. Артур пару раз засадил плюхи. Такие конкретные.
Ну, пару раз я как бы тоже ему там просадил, так, ну, пришлось сдерживать удар, как бы. Дасик использовал его же наработки. Это на лицо видно, видно сразу, как натренировал Артур его. Артур, сколько твои тренировки стоят? Мои тренировки? Пишите, договоримся. Не, ну ты не вышли здесь? Да, сейчас пока временно приостановил, но на время, вот тогда планирую. В общем, если кто-то к тебе хочет, он может написать тебе. Да, да, всегда, спасибо. Ну, вообще, как ты себя чувствуешь после спарринга? Охуенно. Проработали нормально. Артур, да, скажи, как твои ощущения после спарринга? Ну, хорошо, здорово. Он меня один раз очень хорошо в челюсть достал. По-моему, левый боковой был. Я просто его как тренер оценил, я думал, очень хороший удар. Вот именно левая боковушка. Если бы он в него вложился, да, у меня были бы, конечно, проблемы побольше. Он в него не вложился. Был удар только за счет силы руки. Если бы он еще корпус добавил, вот, было бы, конечно, ну, намного опаснее. Ну ты не жалеешь, то, что ты его научил? Да нет, конечно, абсолютно нет. Тренер всегда должен передавать свои знания. Вот поэтому нет. Ну, ты знаешь как? Ешь его, ешь. Я понимаю, что ну, вырубить его тяжело. Потому что он очень грамотно подставляет вот лоб. Вот, тем самым прячет подбородок. Вот, и еще особенность строения такого. У него не длинная шея. То есть голова идут и трапеция сразу. Нет. Достаточно чуть подбородок опустить, и шея как бы спрятана между плечами. Получается, все, что я удары накидывал, они куда-то в область лба летели. Как ты вообще оцениваешь его форму? Вот, как оцениваешь его передвижение, форму удара? Над передвижением, конечно, надо работать. Вот. Надо работать. Ну, как надо работать? Совсем убирать это нельзя. Вот это вот нестандартное его передвижение, возможно, будет его фишкой. Вот. Ну, в плане функционально, конечно, он намного больше набрал формы. Я, если оценивать с того момента после поединка с Тарасом, мне кажется, это совершенно два разных спортсмена. Вот. В техническом плане он, может быть, не так сильно прибавил, но за счет того, что он функционально, ну, кардио и физические силы свою повысил, он за счет этого стал бить тяжелее, и за счет того, что он более выносливый, он может больше сохранить вот этот нокаутирующий удар. Потому что я когда с ним боксировал, я, ну, то есть до последней секунды понимал, что если он попадет, ну, будет, ну, тяжелый удар. А обычно, ну, ты боксируешь с парнями, к концу раунда уже нету такой нокаутирующей силы удара. А вот у Рустама она осталась. Ну, здесь и масса тоже, конечно, вот вес тела. И то, что он, ну, готовился. Силовые показатели возросли, но в основном, конечно, радует эта выносливость.